Машенька приехала. Как я по тебе соскучилась. Не телеграфировала, почему? Надка спрашивать любит. Ей скажут здравствуй, а она спрашивает, почему. Ты, Люда, совсем не изменилась. Все такая же милая. Хотя и выросла. Это плохо? Ну, почему плохо? Хорошо. А вот Надка... Что, постарела? А девушке не скажешь, возмужала? Но вот именно такое впечатление. Говорят, созрела. Это иное. Ты уж перезрела. Как Федор выздоравливает? Нет, Федор плох. Почему же ты уехала от него? За сыном, за Колей. А я его не отдаю за границу. Раш, ты знаешь, Коля такой милый, смелый стал. Он сегодня здесь был, когда мы корабль светили. Как? Коля был здесь? Да. Вас, Борис, на что же вы мне не сказали? Был да сплыл. Теперь уж нет чего говорить. А где он теперь? В деревню отвезли. Он в Хомутове, в лесу живет. Там такой лес замечательный, сосновый. А может, и в Богохудове. Там липовая роща, пасека. Так вы и не знаете, где он. А ты, Рашель, девчонок не спрашивай, помни наш уговор. Какой уговор, Раша? Уговор чай пить без промедления. Скрываешь. Не сердись. Расскажи лучше, как живешь. Ведь мы 2 года не виделись. Живу удивительно хорошо. Мама, телефон. Угу. Сейчас приду. Ну, значит, счастливо живешь, да? Да. Мне даже стыдно. Удивительно хорошо. А ты, Над? Я? Я тоже удивляюсь. Кого я вижу? Рахиль, киска, птичка моя! Откуда ты, прелестное дитя? Похорошело-то, как только я тебя зацелую. Ой, ой, Прохор Борисович! Прохор Борисович! Все такое же, Прохор Борисович. Не хуже, не лучше. Остаюсь при своих козырях. Веселитесь. Имею право. У нас нынче праздник. Какой? Корабль светили. 300 тысяч цена. О, еще веселиться. О, веселье ремесло мое. Главное качество – простодушная веселость. Это у меня от природы естества моего. Капитан Железнов помер, так я теперь во славу семьи и хозяйства один за двоих гуляю. А он давно хворал? Это верно, давно пора. Я неправильно спросила, долго ли он хворал? А он не хворал. Он в одночасье так, паф, и со святыми упокой. Дядя, перестаньте, это безобразие. Со святыми безобразие? Ты, девка, не учи меня. Молода еще, учись. Откуда ж ты явилась, разрушительница жизни? Из Швейцарии, да? Федор, ты жив? Жив. Плохо. Плохо. Правильно. Не стойко потомство Железного. О, хлюпики, кильки. Мы храпово покрепче будем. Что там в клубе случилось? А ты откуда знаешь? По телефону. Драка на политической основе. Вот, все очень просто. Снова о тебе в газетах напишут. Ты за что Мельникова избил? Да я его один раз только ударил. Один раз? Да. Он надумал, лаял собак, а я его по морде. Тебе что, жить надоело? Он же в союз русского народа записался. Ну и что? Эка важность. Он в телефонную книгу вписан. И не горжусь этим. Совсем он пропил. Идиот. Обижаешь, сестренка. Послушай, Прохор. Вот сейчас вернусь и буду слушать. Верно, кильки. Я вас сейчас вином угощу. Такой портвейн, какого даже сами португальцы не нюхали. Какой смешной, правда? Все больше пить стал. И НАТО учит. Уже научил. Это правда, НАТО? Да. Мне нравится вино. И опьянение нравится. Ты прибавь, обить меня некому. Обить меня некому. Ой, Наталья, смотри у меня.
Вы велели прибавить, я и прибавила. Счастье твое, что у меня времени нет. Черта выгнать из тебя. Ната очень дерзко стала с мамой. По-моему, это очень плохо. Правда, Раша? Замахиваешься по-благородному жить, интеллигентно. А сама свинья. Свиньи хороших пород очень ценятся. Вот так и живем, Рошель. Что молчишь-то? Рошель. А что тут скажешь, Васа Борисовна? Тут уж я помолчу. А то ведь опять поссоримся. Ну, помолчи, помолчи. Помолчи. А то, может, споешь, а? Ты ведь петь мастерица. Спой, Рашенька, спой. Я так люблю, когда ты поешь. Споешь? Правда, Рахим, спой, спой. Спой? Ну, спой, спой. Не ломайся. Ну, хорошо. Вот, сыграй нам что-нибудь трогательное, душевное. Шопен, хорошо. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Рошель, ты с ума сошла? Прекрати сейчас же. Ну, вы же сами просили, Васа Борисовна. Ну, я тебя просила трогательное. Как здорово, Рошель, спой еще. Я тебе спою, я тебе так спою, своих не узнаешь. Тоже мне революционерка. Ну, что-нибудь трогательное знаешь? Вот. Вот это другое дело. Белый я, бледный я, нежно душистый я, грезят ночные цветы. С лаской безмолвной лучи серебристые шлет им луна с высоты. Силой волшебною, силой чудесною эти цветы расцвели. В них сочетались с отрадой небесною грешные чары земли. Трудно дышать, эта ночь опьяненная, знойной истомой полна. Сладким дыханием цветов напоенная, душу волнует она. Шепчут цветы свои речи беззвучные, тайны неведомой ждут. Вплоть до рассвета с луной неразлучные грезят они и цветут. Ну, живи с нами. Сама говорила, о сыне соскучилась. Рашенька, оставайся, сына будешь воспитывать. Девчонки мои любят тебя, ты это знаешь. Ну, Людочка, Наталья, уговаривайте ее, уговаривайте. Рашенька, живи с нами, ну, пожалуйста. Живи с нами, Рашель. Не могу. Почему? Потому что. Почему потому что? Потому что есть нечто. Ну, что есть? Ну, что может быть важнее дома, семьи? Нет, Васа Борисовна, есть нечто неизмеримое, более высокое, чем наши личные связи и привязанности. Рашенька, ты куда? Ну, сыграй, пожалуйста, вот ничего. Она.
Ну-тис, отнесемся к этому серьезно. Вася, разреши угостить. Редкая вещь, не пожалеешь. Опа! Ну и засадили пробочку. Да, портвейнцы. Что это мы в самом деле, а? Рошель, а ну-ка к нам. Невестка приехала. Давайте-ка отметим это событие. Вот Раша, так, иди вот, сюда. Вот, иди сюда, не дуйся. Натуля, девчонки, попробуй портвейнчик. Давайте. Такого срода не пробовала. Наливай, наливай. Погрузил. Третьего. Воля была. Ну ладно, вы подождите меня смирно. Мам, ты куда? Я сейчас, портмоне. Пожалуйста. Баржу арестовали. Идет приказчик, погрузил кожу без санитарного осмотра, без клейм. А на барже еще у меня овчина, мочала, лыка. Поеду позволять. Вы смирно тут без меня. Мам, ты скоро? Скоро, дочка, скоро. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Поехала. Поехала речной полиции взятку давать. У нас водяная полиция, разбойники. Впрочем, сухопутная тоже. Ну что, выпьем? Это будет получше, Надочка, чем твоя любимая. Наливай, брат, наливай, все, до капли выпивай. Взяли. Люда, Люда. Вот так и живем, Раша. Полиция обижает. Вы уже городской голова? Был. В мечтах на этом пункте. А потом сообразил, на кой черт мне эта обуза. Проживу лучше вольным казаком. Неверно это. Казак вы невольный. И от выборов отказались из трусости. Вот до чего Наталья любит меня обижать. Молодая, а уже ведьма. Очень похожа на... Да. А, в общем-то, она правильно сказала. Человек я осторожный после смерти капитана. После смерти отца пошли слухи, что он отравился. И даже, что мы отравили его. Чтобы не позориться на суде. Глупости какие. Вот именно глупости. Дело это паскудное было прекращено прокурором. За недоказанностью обвинения. А дядя испугался слухов. Подумал, не выберут головы. Довольно, Ната. Вот она всегда так против язва. А ты, дядя Чири, ведь если обвинение не доказано, это не значит, что обвиняемый не виноват. Правда, Рошель? Правда. Раша, разве надо так против всех? Разве нельзя жить... Дурой, как Людмила Железнова. Напрасно ругаешься, я все равно не рассержусь. Я не сержусь, хоть больно ноет грудь. Финита. Девочки, освободите крышку рояля. Я ее на минутку приподниму. А что такое? Тш-ш-ш. Сюрприз. Си-бемоль, ликер. Ого, а я-то думаю, что это у меня фадис во второй октаве западают. Цитрон. Ну и ну. Может, и корочки хотите? Нет, спасибо. А булочка? Спасибо, не хочу. Не хотите, как хотите. Закрываю. Кильки, а почему это мы стоим? В ногах, правда, нет. Ее вообще нет. Понимает. Стулья! Хорошо. Прохор Борисович. А? Скажите, пожалуйста, где мой Коля? Только правду скажите. Далеко он отсюда? Колька-то? Нет. Верст 20-25, не больше. Утешная на тебя. Здоровье слабенькое, а так хорош. Бабушка не хочет мне его отдавать. Ну и правильно. Зачем тебе сын при твоей беглой жизни? А ты как думаешь, Ната? Требуй, чтобы отдала. Не будет отдавать, выкради. О! Мысль. И какая мысль? Молодец, Натка. Да, выкради, увези, спрячь. Ты же видишь, какие мы тут все выродки. Нет, выкрасть, увезти этого я не смогу сделать. Почему? Потому что у меня есть другое дело, более серьезное. Серьезнее сына? Зачем же ты родила? Да, наверное, это была моя ошибка. Ошибка? Ты что, это серьезно? Ты удивляешься, потому что ты не понимаешь. А для меня нет жизни без этого дела. И пусть я потеряю, никогда не увижу Колю. Типун тебе на язык.
ты что болтаешь, Раша? Вот именно. Ну, его же выкрасть можно, твоего Кольку, сорванца, паршивца. Это замечательно. Сестре вилка в бок. Я бы убила сына, но не оставила его здесь никогда. Верно, Надка, правильно говоришь. Но не могу я увести его без помощи вас, Борисовна, понимаете, я не могу. Ерунда, дядя устроит, он рад чем-нибудь мать ударить. Увезем, спрячем, потом переправим к тебе. Куда? Я не знаю, где я буду жить. Если удастся вернуться в Швейцарию, проживу там несколько дней. Мне надо жить здесь, в России. А я не могу воспитывать Колю. А там, в Цюрихе, у сестры хорошо было бы. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Шуруй, Рошель! А мы с Надкой тебе поможем. Поможем. Честное слово, у меня Петеркин есть. Он все может. Перестаньте, Прохор Борисович. Алешка Петеркин. Он архиерея украдет, не то что мальчишку. А давайте его позовем, он нам спляшет. О, мысль. Двигай, Людок. Ура! Ну скажи, чтоб цыган Абрамку позвал и Василия. С компанией. Петеркин вахлак. Сегодня авто вместо бензина самогоном заправил. Говорит, бензин горит и самогон горит. Значит, они, стало быть, совместимы и взаимно заменяемы. Это Кулибин. А хозяйка на извозчике поехала. Кого я вижу с утра? Проходи, ребята, проходи. Проходи, гулять будем, гулять. Адера, Адера, ребята. Ай-я! Ай-я!
погибну безвозвратно. Навек, друзья, стану покамись аккуратно, и не буду я, и не буду я. Стану покамись аккуратно, и не буду я, и не буду я. Я пью и с радости, и с горя, забыть весь мир, забыть весь мир. Как вам не стыдно, Прохор Борисович? Вы же пожилой человек. Что вы себе позволяете, растлитель? Фу, не чувствуешь искусства. Что это вы тут сидите? В темноте? Тебя ждем. Опять застолье за роялем устроили. Что, столов в доме мало? Прохор опять сигару курил. Сколько раз говорила, не курить в доме сигар. $700, как в печку бросила. Кругом взяточники, продажные души. Ну, что вы тут делали? Чай пили. Вижу. Ты, кажется, слишком выпила. Еще держусь на ногах. И то, слава богу. Мам, а дядя Прохор уговаривал Рашу Колю украсть. Видишь, какой забавник. Ну, она что? Она не согласилась. Она такая неприятная стала, скучная. Умные все неприятные. Так, ну а я, что ж по-твоему, дура? Нет, ты человеческая женщина. Людочка, уж и не знаю, как это и понять-то? Хуже дуры, что ли, а? Лучше. Ну ладно, пусть будет по-твоему. Человеческая женщина. Иди-ка, дочка, попроси, чтоб самовар подогрели мне. Чаю я хочу очень. Наталья, ну ты задницу свою оторви от дивана. С матерью-то поговорить. Ну, оторвала. За границу хочешь поехать? Хочу. Кто же путешествовать не хочет? Вы это знаете. Можешь. Спасибо. Возьмешь Анну. С Анной не поеду. Почему? Она мне и здесь надоела. Одну не пущу. Эх, девка. Времени у меня нет поговорить с тобой. А Колю воспитывать найдете время? А ему мало надо. Нет, больше, чем мне. Поедешь с Анной? Нет. Поедешь. Увидишь Федора. Наташ, плохо он. Помирает. Это меня не соблазняет никак. Молчать, дьявол!
Хорошо, молчу. Что это вы? Ничего. Разговариваем. Садись. Разволновали меня. Даже сердце колет. 700 рублей, как в печку бросила. Кругом взяточники, продажные души. Ну что, Рошель, Прохор уговаривал украсть Колю? Он выпивший. Ну, он и трезвый, может. Дочери, ну вы бы шли спать, поздновато уже, а? Мама, ужинать. Ой, про ужин-то я совсем забыла. Я пить хочу. Чаю горячего, чай холодный, вино теплое. Ну, идите, скажите, чтобы накрывали в столовой. Ты что? Я беда. Ну что, Рошель, как? Вас и Борисовна, отдайте мне Колю. Я его отправлю за границу. Снова, значит, спорить хочешь? Нет, не отдам. Что вы с ним собираетесь делать? Как воспитывать? Ничего, сумеем. Мы люди оседлые, у нас деньги есть. Наймем самых лучших учителей. Профессоров. Выучим. Выучить? Да не тому, что должен знать честный человек. Чему можно научиться в доме? С цыганами, с гитарами, с пьяным братом вашим. Вы бы видели, что здесь было без вас. А что было здесь без меня? Вакханалия. Цыгане, пьяный ваш брат, непристойные поцелуи. Вы бы посмотрели на своих дочерей. Вас и Борисовна, они распущены. Они были невменяемы. И Людочка тоже. А Прохора Борисовича вообще надо изолировать. Он растлитель, его судить надо. Все. Завтра же отошлю его с Сызрой на Смоляной завод. Надоело. Хватит. И правильно сделаете. Пусть там гуляет. Но это не спасет. Мерзавец. Я очень хорошо знаю ваш класс. Здесь, в России, за границей. Это безнадежно больной класс. Живете вы автоматически в плену хозяйств, подчиняясь силе вещей, не вами созданных. Живете, ненавидя, презирая друг друга и не ставя перед собой вопрос, зачем живете, кому вы нужны. Даже самые сильные из вас, наиболее умные люди, живут из отвращения к смерти, из страха перед ней. Вас, Борисовна, отдайте мне Колю, пожалуйста. Рошель, Рошель, я ведь тебя за умную почитала. А ты, особенно когда о жизни рассуждаешь, класс, класс, революция, класс. Милая, Боря Львович Кротких, управляющий моим пароходством, насчет класса-то лучше твоего понимает. Революции тогда законны, когда они этому классу полезны. А ты о какой-то незаконной революции толкуешь. О надземной какой-то. Революция, революция. Революция твоя вспыхнула и прогорела. Одна зола осталась. Социалисты должны объединить рабочих для интересов промышленности, торговли. Вот так. Вот так он предлагает, и это правильно. Он не дурак. Его фамилия Кротких? Кротких. Ну вот, сообразно своей фамилии, он и проповедует воспитание пролетариев кроткими. Он такой не один, такие весьма часто встречаются. И как верным рабам вашим, вы им не позволяете подниматься слишком высоко. Да пойми ты, Рошель,
Мне, Васе Железновой, дела нет до класса этого. Мне на него наплевать и растереть. Я купчиха. Я женщина практическая. Слов не люблю. Я ими сыта по горло. Мое дело в моих руках. И никто помешать мне не может. И застращать меня ничем нельзя. На мой век всего хватит. И внуку своему я все, что надо, оставлю. И давай хватит. Все хватит. Ужинать пора. Какой сегодня длинный день. С четырех на ногах. Устала я. Не буду я ужинать вас, Борисовна. Противен мне хлеб ваш. Где я могу отдохнуть? Иди, Наталья укажет. Да, подожди-ка, пойди сюда, что скажу-то. Что такое? Да ничего такого. Я давеча, пока ты роман спела, пистолетик твой из сумочки-то вытащила и выбросила его. Ну, чтоб ты чего доброго глупости не наделала. Так что уж ты не обижайся на меня. Обижаться на вас за что? Это вполне в вашем стиле. Только, между прочим, у меня ведь еще один есть. Имейте это в виду. Я уж не говорю о бомбах. Шутишь? А? Шучу. Ну, шути, шути. Да шутишься. Хлеб ей мой противен. Кто бы посмел мне сказать такое? Анна где? Не знаю вас, Борисовна. Пропала куда-то. Дверь заперта. Найди. Слушаюсь. Чуешь? Ну, пощупай. Вон там пощупай. Где? Вон там, ниже, ниже. Нет ее нигде, Васа Борисовна. Обыскалась. Может, у соседей она там спросить? Не надо, у себя она. Стучала, не отпирает. Стучи громче. Кричи, хозяйка зовет. А может, все-таки у соседей спросить? Делай, что говорю. Слушаюсь. Звали вас, Борисовна? Что здесь было без меня? Прохор Борисович предложил выкрасть Колю. Сам предложил? Сам. Сначала он сказал правильно, тебе, сын, ни к чему, а потом вдруг обрадовался. Это, говорит, будет сестре вилка в бок. А Наталья что? Это она первая и предложила выкрасть. Врешь. Путаешь. Нет, Васа Борисовна, я не путаю. Пожалуйста.
Вот. Когда Рашель Моисеевна сказала, что вы Колю оставляете за собой, Прохор Борисович сказал правильно. А когда Наташа предложила выкради, так и он тоже. Я ничего не путаю, все так было. Ну иди, садись. Сядь. Спасибо, я постою. Садись. Что, и цыгане были? Были. Что же ты молчишь? Я не молчу. Я по порядку, Васа Борисовна. Как было все? А как было все? Как всегда без вас. Вертеп. Вот братец, а? Ему бы только пакость сделать, только бы укусить меня. Хоть за пятку, да укусить. Все. В Сызрань его, на Смоляной завод. Завтра же. Правильно. У меня, говорит Пятеркин, не то что мальчика, архиерею украсть может. Ну, Алешка Пятеркин не дурак. К тому же в Париж поедет. Как? За что это ему такая милость, Вася Борисовна? Он же вам сегодня авто самогоном испортил. Весной трубочку какую-то из мотора открутил. Вот-вот, я его за трубочку-то эту убить готова была. И правильно бы сделали, если бы убили. Нет, неправильно. Авто без трубочки-то быстрее бегать стало. И бензину меньше ест. Ну и что? А то. Он совершенно гнусный раб. Экономия в хозяйстве получается. Алёшка-то про случай этот господину Пежо в Париж написал. Чертежик приложил. Да знаю. А тот ему гонорар, 1000 франков и приглашение на завод приехать. Как? Вот так. Вот тебе и Пятеркин. Пойдет дело так, миллионщиком станет Пятеркин-то наш. И что же, вы его отпустите? А как же? Еще и денег на дорогу дам. Ценный работник. Вернется, повышение получит. Да не вернется он. С чего это ты взяла? Самец он. Ну, тебе видней. Я в ваши дела не вмешиваюсь. А только Алёшка Пятеркин талант. От него большая польза в хозяйстве может быть. Запомни это. Польза? Да закружат его там француженки, Васа Борисовна. Соблазнят, вот увидите. Слабый он. Что же ты предлагаешь? Пошлите меня вместе с ним. Пасти его там буду. Пасти. А я тут одна, в дурах. Господь с вами, Васа Борисовна. Даже в мыслях такого нет. Вами живу, вами богат. Да, мною. Ну ладно, ладно, не дуйся. Чего губы-то распустила? У меня для тебя другое дело есть. В Швейцарию поедешь, в Цюрих, к Федору. С Натальей поедешь, может быть, и одна. Ой, Васа Борисовна, ой, я даже не знаю, как и благодарить-то вас. Ой, ну, будет, спасибо. Будет. Ну, будет, спасибо. Будет тебе. Вспотела вся, дуреха. Простите меня. Капает с лица-то. Извините, Васа Борисовна, извините. Ты слушай меня. Слышишь? Если Федор плох, дождешься конца. Поняла? Поняла. Дождусь, Васа Борисовна. Обязательно дождусь. Ну,
Впрочем, потом, потом об этом с тобой поговорим. Теперь вот что. Пойдешь сейчас в жандармское управление к полковнику Попову. Алексей Иванович? Да, именно его найди. Скажешь, спешное, важное дело. Вот. Скажешь ему, что ко мне из-за границы приехала иммигрантка Рахиль Топаз. Ну, он знает, кто это. Он и арестовывал. Помню. Ну, так вот, если ему нужно снова ее взять, так пусть берут на улице, а в дом не приходят. Угу. Потому что слухи снова по городу пойдут, что выдала ее ты или я. Правильно. Пойдут. Только, Васа Борисовна... Что только? Может, не сегодня? Что значит не сегодня? Ты что же, отказываешься служить мне? Ты что, тебе ее жалко, а Колю тебе не жалко? Да нет же, Господи, Боже мой, я за вас жизнь отдам. А что мне жалеть еврейку эту? Вы же знаете, она меня презирает. Ну, а что ж ты мнешься-то? Да боюсь я ночью идти к жандармам-то этим. Господи, глупости какие. Что они, съедят тебя, что ли? Хуже. Прошлый раз ведь как забыли. Навалились все на меня ночью-то. Еле ноги унесла. Жеребцы проклятые. Ну, вообще-то верно, время позднее. Попов, наверное, в карты где-нибудь играет. Ладно, завтра утром. Пораньше. Кофе напьешься и двигай к Попову. Ой, слушаюсь. Рошель все пугает меня. Класс, класс. Какой класс? Это я класс. Меня она и ненавидит. Да, меня. Сына увела, как коня цыган. Ну, а Колю она у меня шиш получит. Правильно, Васа Борисовна, шиш ей. Правильно. Не получит она Колю-то. Не здоровится вам, Васа Борисовна? А что? Личико у вас какое-то бледненькое. Аня. Что у вас, Борисовна? Завари-ка мне малины. Быстро пить хочу. Быстро, Аня. Сейчас, Васа Борисовна. Доктор, что ли, позвать? Да. Надо.
Что я? Ах, да. Извините вас, Борисовна, задержалась. В доме воды не было. На колодец ходила. Что с вами, Васа Борисовна? Барышня, 252. Алексей, Пятеркин, ты? Это я, Анна. Вот что. Васа Борисовна скончалась. Только что. Как, не знаю, как, не видела. Вдруг. Ты давай двигай к нотариусу быстро. Завещание возьми и бегом, понял? Деньги не забудь. Где, где? В грации моей лиловой забыл? Все возьми. Дай сколько попросят. Не хватит. Обещай еще. Скажи, дело сделаем, не обидим, много дадим. Понял? Потом сразу сюда, в офис. Ну, в кабинет. Здесь буду. Все здесь будут. Здесь она. Богом.
снов в одночасье. Теперь она. Опять город начнет чепуху молоть. Замолчите. За Анной следить надо. Ключи надо найти. Ключ от сейфа. Она все знает. Анна. Глаза закрыть надо. Закрой. Я боюсь. Вы закройте. Посмотри. Ключ в кармане. Не буду, не хочу. Уйдите. Ну как же уйду? Чей-то. Анна взяла. Наталья Сергеевна, Людочка в обмороке. Доктору звонили? Где ключи? Позвонила. Господи, что же делать-то будем? Ключи где от сейфа, сучка? Вы Рошель сказали? Надо ли ей говорить-то, Наталья Сергеевна? Вы сволочь, Анна. Ну, не раскисай. Ключ от сейфа где? Ключ где? Вот он. Ну, доставай. Доставай, воровка. Доставай. Ну. Я не забудьте 13 лет веры и правды. Получишь, чего стоишь. Ну. Всю молодость вам отдала. Лёшка, не пускай никого. Ты. Дурак. Я ж опекуном несовершеннолетних буду. Верно? Верно? Черт я взял. Пошла вон, Анна. Конец твоей кошкиной жизни. Иди к черту. Завтра же. Нет, сегодня. Надоело ты мне, наушница. Надоело, стервоза. Прохор Борисович, покайтесь. Напрасно вы это. Иди, иди. Ты свое взяла. Наворовала довольно. Брысь. Нет, позвольте. У меня кое-что есть. Алексей, завещание. Какое еще завещание? Завещание усопшей. Васы Борисовны Железновой, урожденной Храповой, об опекунстве. Опекуном несовершеннолетних, единственным. Объявляюсь я, Анна Васильевна Ношенкова, а не вы, алкоголик. Вот, читайте. Читайте, читайте. Только чур из моих рук. Алексей, поглядывай за ним, а то еще чего доброго документ порвет. Подвох. Фальшивка. Фальшивка? Вы что же это? Руку своей сестры родной не узнаете, Прохор Борисович? Подделка! 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 Нет, не подделка. Все подлинно. И печать нотариуса, и подпись его. Подлинно все. Вот так. Полиция! 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 Караул! Крагов! Караул! Полиция! 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 Полиция!
на стол. Опись будем делать. Воруете? Зачем? Свое берем. Свое? Что у вас здесь свое? Вот, Наташа, смотри. Мелкие хищники поедают крупных. Ага! Шли бы вы, Рашель Моисеевна, по добру, по здорову. Не мешали бы работать людям. Не пугайте. Не страшно. Выдавать меня полиции вам смысла нет. Тогда мой Коля на вас останется, лишний рот. Где он находится? Адрес мне, быстро! Деревня Котельниково, 35 верст отсюда. Найдете? Да уж найду. Что, ошалел? Поаккуратнее не можешь. Пень. Ошалеешь. Вон в уху укусил меня. Алкоголик этот. Кисть не гнется. Людочка, а маму мы уже перенесли. Она у себя лежит. Ступай, побудь с ней немного.